motherfucker. Пристыковать торрентс. What's up, ребятки? С вами канал Олегей Блэшплей Враг. Это Alice Isolation. Мы продолжаем прохождение нашей очень долгой игры. Я напомню, что происходит. Мы на огромной летающей станции боремся с инопланетными тварями под названием «Чужие». В реакторе целое гнездо из этих тварей. Да, их здесь много. Мы решили перегрузить реактор, уничтожить гнездо и спастись на другом космическом пристыкованном маленьком кораблике. Мы почти это все сделали. Теперь осталось попасть за пристыкованный маленький кораблик. Когда гнездо разрушили, все твари из гнезда побежали. Рикардо? Рикардо. Господи. Рикардо. О, нет. Рикардо очинился. Он теперь... Нам нужно вернуться обратно туда, откуда мы пришли. Утилиты. Делаем доступ к двери. Взламываем люк вентиляции. Чтобы незаметно обойти нашего чужого и добраться до следующего этапа нашего прохождения игры. Да, это было внезапно. 3057 год. Мы все пытались пройти. Он всегда как-то нападает внезапно. Вот, серьезно. Давайте сейчас попробуем просто пробежать. И сейчас вот слева выйдет. Я же говорю, привет. Вали отсюда. Что это было? Что за нападки, я не пойму. Чужой здесь не один, здесь два чужих. Мы сейчас идем наверх, выходим. Пробуем вылезти через эту дверь и пройти направо. Да, откуда вам? Да, здравствуйте, канал Альгейм, а мы продолжаем. Я уже просто, да пофиг, я даже не буду открывать никакие двери. Я просто вот, ну, меня достало так уже играть. Уже тупо вот, ну, просто, пойдем дальше. И мы тупо отправились дальше. А мы пошли вот так вот, и мы можем выйти и пойти дальше вот так вот. Этот лифт? Да. Короче, напролом, ребятки. Только и напролом. Да. Ну, пожалуй, ну почему? Сука, прям перед сохранением. Ну почему? Мы вошли. Мы куда-то вошли. Короче, какой-то подвал. Посмотрим, что здесь есть. 1851. Так, у нас есть теперь пароль. 1851. Да, вопрос только от чего. Ладно, будем смотреть. 1851. Применили. Куда-то попали в новую комнату какую-то. Включить клавиатуру. И сохранимся. Мы что-то сделали, и нужно обязательно сохраниться. Обязательно нужно сохраниться, когда что-то делаете. Теперь можно использовать рычаг. Не, ну это серьезно. Я, конечно, тоже огонь.
Так, одна проблема решена. Так, дальше что-то включили. Так, мы открыли в штаб проход в убежище. Ох. Так, следующий этап. Жилая зола Соломон. Так, значит, здесь... сейчас мы будем готовиться к автоматической стыковке. Связь временно пропадет, пока мы не выйдем на орбиту постепенного снижения и не займем позицию для стыковки. Мы ждем, пока вы развернете зажимы буксирной платформы. Сама не знаю, как вы меня на это уговорили. Я сама в шоке вообще, что происходит здесь. Мы спускались все куда-то вот. Куда-то вот. Мы все куда-то вот. Матка орбитальных стабилизаторов. Покинь. Прикольно. О, топливо для огнемета есть. Да, кстати, вот так вот делают. Как он интересно побежит. Ясно, мимо нас. Да куда вы сюда нужно ввести какой-то пароль, чтобы подать какую-то энергию? Нам нужен вот этот компьютер. Он, наверное, что-то сделает или даст нам какой-то пароль от той штуки, которая стоит возле той штуки. 1984. Очень все запутанно. Так, есть пропуск. Нам нужно покинуть станцию. Говорят нам по компьютеру. Пока не могу понять, куда там точно, но явно куда-то сюда. Здесь тоже как-то тихо. Но, возможно, здесь есть что-то, что нам нужно для того, чтобы пойти в ту сторону, в которую там нужно. Не заметил немножко, что вот здесь вот надо выварить щиток. Пройдите в назначенный вам пункт эвакуации и ждите андроида-спасателя. Да, мы двигались дальше. Все комнаты, которые вы сейчас видели, мы сейчас через вентиляцию будем их все по отдельности проходить и что-то где-то включать в каждой комнате, чтобы в конце концов попасть в ту комнату, которую нам надо. Тревога! Пройдите в... Да! А куда она там? А генератор не работает. Ставили пропуск. Отказ орбитальных стабилизаторов. Покиньте станцию. Так, ну по идее. Да, подожди, ну... Что ты такой? Вот мы что прошли. Мы прошли вот эту штучку. Она-то ввела меня в заблуждение. Цель обделена, запустить генератор. А, я же знал, помните, да? Помните, тот сраный генератор, который я пытался запустить. А-а-а! Пойдемте туда сходим. Сейчас сохранимся. Запустить генератор, и все будет хорошо. Да. Эх, хотят бы хасту мне. Вообще охеревшая, вообще зараза. Так, ну понятно, тут, короче, жесть творилась какая-то, прям страшно. Но вопрос, куда мы идем? Да что с тобой, не так? Так, что там? Финалочка пошла, походу. На лифт. Я так полагаю, что нам на лифт. Верлен, слышите? Вы достаточно близко для радиоконтакта? Слава богу, Рипли, я вас слышу. Вы должны включить гидравлический привод и устроить наведение. Так поняли? Так, гидравлический привод и что-то там еще. Я... Так, использовать УРД. Есть.
Так. Сейчас второе устройство взломаем. Так, идем по проводочкам, посмотрим, куда они нас приведут. Ага. Отлично. Активируем. Верлен, зажимы готовы. Идите к верхнему пульту управления. Где он? А, вот, смотри, лестница открылась. Я думаю, типа наверх нужно. Выдвинуть внешнюю платформу, выбрать оборудование. Отлично. Да, мы нашли способ. Теперь осталось только найти скафандр. Я обосрался. Серьезно. Ты прям вот настолько прям поразительный. Я заблудился, я не понимаю, где я. Вот, мы добрались до скафандров. Офигеть! Новое гнездо! Я, получается, заражен. Мы отложили яйцо. Личинку. Так, надо выбираться. Блин, ну, стопудово во мне уже личинка есть. Подожди, а куда меня притащила эта тварь? Страшно-то как. Да здесь опасно. Сука. Куда это я залез? Правильно залез, интуиция меня не подвела. Лезь в самую жопу. И все. Ни хера себе, что это делает. И это делает. А вот когда ты с чужими проводишь долго времени слишком, а их можно уже назвать своими? Ну, они свои, типа. Охереть. Мы упали. Мы отправились искать другой выход из этого выхода. Нашли какую-то лестницу и отправились по ней вниз. Мы спускаемся все туда. Что? Простите. Я не знал, что здесь есть действующее метро. Вернуться к шлюзу, цель обновлена. Лечили. Это было близко. Это как, простите? Идем вот сюда. Сейчас он рухнет. Да? Спускаемся еще вниз. Вот, да, вот. А можно было бы сделать, да? Да, я хочу выйти отсюда. Ой, еще и наркоман какой-то валяется. Короче, надо вылазить отсюда. Быстро с люкса выходите на платформу техобслуживания. Скорее, станция падает. Сейчас только сохранюсь, подожди. Отпустить торос. Мы добрались, мы нашли эти спортивные костюмы, или мы нашли их, все, можно не беспокоиться, теперь мы выберемся наружу. Отлично, мы выбираемся наружу, освобождаем торос и валим с орбиты. Да, сейчас я освобожу ваш космический корабль. Отлично. Сейчас будет бег с препятствиями, чувствую.
приехали. Вот они, эти взрывники, да? Вижу. Взять пропуск, ставить пропуск. Теперь ко второму нужно пройти. Так, emergency очень опасно, не нажимать. Отлично, жмем. Вот это нас качает. Что они тут делают? Офигеть просто! Встретить Верлин на мостике. Пойдемте встретим Верлин на мостике. Они нас типа подобрали, мы типа, ну, когда произошел взрыв, мы типа остались живы. Очень уж знакомая вся тема. Слушайте. Очень похоже на космический корабль Рипли. Да почему? В смысле? Ну алло, ну сколько вас может быть?